В Ахмеджите провели турнир по национальной борьбе куреш в памяти выдающегося крымско-татарского политического и общественного деятеля Нумана Челебиджихана. Звание лучшего оспаривали 150 юных спортсменов из разных уголков Крыма. Организатор мероприятия – спортивная детско-юношеская школа номер один. Уже не в первый раз проводит соревнования в память о Нумане Челебиджихане, зверски убитым революционерами 23 февраля 1918 года. Турнир, посвященный памяти Нумана Челебиджихана, был впервые проведен у нас в 2009 году. Тогда в турнире приняло участие 5-6 команд. Были гости из Турции, из Румынии, из Болгарии. Уже на первом турнире. А это по счету у нас уже 10-й турнир. Мы, занимаясь возрождением нашей национальной борьбы куреш, основную опору сделали на наших тренеров, которые работают в нашей школе. У нас культивируется 16 видов спорта, и из них вот единоборствами занимаются борцы греко-римского стиля, вольной борьбы, борьбы самбо, борьбы дзюдо. Приехали в город Симферополь, здесь по национальной борьбе куреш проходит соревнования в памяти Нумана Челебиджихана. Это, как знаете, наш это выдающийся человек, который для крымских татар сделал многое. Из наших ребят приехало Судакского региона человек 30, наверное, ну, 2-3 школы там у нас. Нормально борются потенциальные человек 5-6, первые места могут занять. И также вторые, третьи места тоже Судакского региона, ребята наши. Самый много выступает наш Судакский регион. Каждый из спортсменов стремился к победе. Атмосфера в зале накалялась каждым новым поединком. 20 человек мы привезли из Судака. Это у нас из Судака две команды. У нас есть рядом наши соседи, друзья, братья Салиевы. Они свою команду привезли, а мы свою. И у нас вот идет здоровая конкуренция здесь. Мы за Судак болеем все. А когда между собой выходим, мы уже, наша чья школа лучше будет, мы ориентируемся. И мы этим друг друга поддерживаем, и у нас растут неплохие ребята. В турнире участвовали дети от 8 до 13 лет. Их судили в 9 весовых категориях, от 26 до 50 килограммов. Это наш национальный вид спорта, то есть мы обязаны участвовать в таких соревнованиях, в таких мероприятиях. Мы привезли с собой 12 человек. Из этих 12 у нас 5 медалей. 2 вторых и 3 третьих. Ну, я считаю, нормально. Все ребята почти новички. Асану Сидхалилову всего 9 лет. Всего 2 из них он занимается борьбой. И сегодня завоевал первое место в весовой категории 36 килограммов. Свою победу Асан посвятил памяти Нумана Челебиджихана. Сегодня очень значимый день для нашего народа. В этот день был убит Нуман Челебиджихан. Он был лидером нашего народа. И сегодня организовали турнир в его честь. Я принимал участие в этом турнире и занял первое место. Борьба для меня очень важна, потому что это очень мужской вид спорта, и он развивает силу воли. Я надеюсь в дальнейшем занимать тоже призовые места. Всех участников турнира угощали ароматным пловом, а победителей наградили медалями, кубками и призами.